Yes. Please, one sec. Kažem da ste nas poslali da ste došli kod nas. Moj zamenik, gospodin Tomislav Bejković, sa Srpske federacije, tako da mislim da koji je. Imali smo veoma opširne i veoma konkretne razgovore vezano za saradnju lokalne samouprave Subotice i Srpske federacije. U tom smislu je na neki način ovo bio nastavak ranijih razgovora koji su započeti u toku prošle godine. Konkretizovali smo nekoliko stvari koje smatram da su bitne za našu lokalnu samoupravu, a i za samu Rusku federaciju, i u tom smislu bi smo želi o tome izvestiti. Naravno, ovi susreti smo se oko toga dogovorili da će se nastaviti između našeg grada i ambasade Ruske federacije i nadamo se i proširiti na neki način dostići jedan viši nivo u onim oblastima o kojima smo prvenstveno specificirali da imamo mogućnosti za saradnju i za proširenje naših odnosa. Мы прибыли в Субботицу в зимний месяц. Дошли с моего Субботицу по зимскому месяцу. Вот, за неделю до Олимпийских, открывающихся Олимпийских игр в Сочи. Приезжал неделю до утварения Олимпийских игр в Сочи. Вот, поэтому мы как бы впервые почувствовали, что у нас зима. Впервые тут мы усетили, зато даймем зиму. Мы на 250 километров приблизились к России. Мы на 250 километров мы ближе к России. Потом мы говорим, если мы в Субботице еще ближе к России. Мы говорим, а в Субботице еще ближе к России. Вот, и наше сотрудничество тоже нужно развивать. Мы можем добавить нашу сотрудничество. Обе наши страны, они крайне заинтересованы. Две наши земли сильно заинтересованы. И имеют все возможности, имеют все возможности на 10-15 лет быстрого экономического развития. За 10-15 лет на горзок и эффективного экономического развития. Вот. И многие вещи, по крайней мере, некоторые вещи мы могли бы это делать с Сербией, с Субботицей. Многие стали, мы бы смогли да уравним со Сербией и со Субботицей. Вот. Поэтому нужно быть как более рациональными. Завтра мы можем быть больше рациональными. Более конкретными. Больше конкретными. Вот, и стараться работать так, чтобы это было и на пользу и сербской стороны, и российской. И да радим так, да это было от корости и за русскую страну, и за сербскую страну. Мы имеем особую возможность в области туризма. Особенно могущество имеем в сфере туризма. Если будет инфраструктура, то это было. Ако будет Белоопис, развила инфраструктура в области сельского хозяйства, в области полеприроды. Вот, потому что есть режим свободной торговли с Российской Федерацией. То, что имеем режим свободной торговли между Россией и Сербией. Вот, здесь у нас ряд направлений. Имеем такой же ряд других правца. Мы проговорили некоторые возможные варианты сотрудничества в культурной области. Рассмотрели мы также некие варианты сотрудничества в области культуры. Вот. И попросили господина градоначальника. И замолвили мы господина градоначальника. Вот, что все, с учетом того, что на эти зимние Олимпийские игры уехало 8 сербских представителей. Да, я хочу начать года от Сербии полгода года на Олимпийские игры подхутывали само 8 спортивных. А Субботица это самый северный город. А Субботица это наисевернее град Сербии. Чтобы предстоящим Олимпийским играм еще кандидаты от Субботицы было больше. Да, и на Олимпийским играм мы все придружим еще кандидата из Субботицы. Vaša ekscelencijo, kako ocenjujete dvodnevnu posetu Subotici i da li je bilo nekih konkretnih predloga u vezi buduće saradnje sa gradonačelnikom Janom Agvajom? No, dvodnevne, možemo skazati, s nekada natješke. Dvodnevne možemo reći kvaren, jer nismo ovdje dva dana čekali. To što smo prijepili včera vičer. Jer nismo došli sino čuveče. Вот, у нас вчера была прекрасная встреча, на которой были сотни людей. Имели сон дивным догаджек, у меня присутствовало что-то на люди. Вот, и прекрасный концерт. Дивный концерт. И два хора прекрасных. Наступали два хора. Вот, я не знаю, профессионально на каком это уровне.
Ne znam na kom nivou, ali da prosto nije on profesionalno. Najbolje tako starali se. Ali ja sam vidio kako su se trudili. Некоторым детям было 3-4 года, да? Некоторым детям было само 3-4 года. Поэтому это было очень трогательно. Да, то и было яко, яко. И вот, поэтому сегодня мы, у нас встреча с властями. Да, у нас мы его составимся властям сходиться. Потом у нас встреча в экономической зоне. После имя чем он составимся в экономической зоне. Потому что свободной экономической зоне. Мы экономическое просто. У нас встреча с православной церковью. Имам састанок у православной церкви. Вот. Так что я думаю, что так сказать, эти встречи будут полезны. А то я имею долго састанок чем такой. Вот, я очень благодарен руководству субботы. Запомнил сам руководству субботы. Что я почувствовал такой позитивный руководство. Осетил сам нормалом, добр, позитивным поступок. Это вот. Спасибо. Все видно. Da li može još jedno pitanje za gospodina ambasadora? To je ekstra pitanje. Rada Stanić, Radio Televizija Vojvodine, molim vas samo kratko da, evo, retka prilika, ali da ocenite kako ocenjujete saradnju Rusije i Srbije. I s obzirom upravo na taj sporazum o slobodnoj trgovini, šta su naše šanse, odnosno Srbije, kada je u pitanju izvoz? Ja odgovorom vrlo kratko, da? Сотрудничество в последний год оно получило динамику. Задние годы соратники добро подсветка и динамику. На всех, так сказать, направлениях. По своим правствам. От военного сотрудничества. От войны соратники. До сотрудничества с регионами. До соратников с регионами. Вот. Но возможности они использованы только небольшую часть. А внизу искорищены могущности в подпорном смысле. Только в небольшой части. Само у малого дела. Поэтому нужно конкретнее работать. Это можно надо работать конкретно. Рациональнее. Рациональнее. Чтобы психология, чтобы поймать те позитивные качества, которые у нас в православном есть. Психология так подросла с тех позитивных характеристик, по ему заедночки, между наших народов. Ну, еще больше, так сказать, было такого прагматичное. Полезные отдачи для обеих сторон. Треба да будет еще прагматичных и позитивных сварей, по идее, от корости за две страны. Спасибо.